Аркадий Ильичом просто приятно работать. Человек совершенно открытый, совершенно есть понимание, взаимоотношения. И я скажу, что даже все наши коллеги, практически те, которые знают Аркадия Ильича, всегда все отзываются хорошими, добрыми словами. Быть за ним замужем – это действительно быть за каменной стеной. Это очень надежно. И это всегда интересно. И кроме того, что он прекрасный муж, он прекрасный отец наших детей. Для меня Украина – это родина, где я родился, где жили мои предки. Из поколения в поколение жили здесь, на этой земле. И для меня важно, чтобы эта земля и этот народ жил в мире и согласии. Надо отметить его огромную профессиональность и серьезность отношения к делу. Любое мероприятие было всегда отлично подготовлено, отлично проведено и имело всегда общественный широкий резонанс. Он очень, кстати, украинское слово «чуйна людина». Вот. Действительно, очень такой человек, который всегда пойдет навстречу, который протянет руку в трудное время, человек, который отзывчивый в любой ситуации, какая бы она у тебя ни была, твоя личная или профессиональная ситуация, этот человек проявляет самые лучшие качества на самом деле. Він виріс у звичайній єврейській сім'ї. Його батько був художник-оформлювач з Одеси, а мати – бухгалтер з Житомирщини. Родина створилася після війни і оселилася у Києві. Я могу сказать, что я родился в традиционной еврейской семье. Родители, как у большинства из тех, кто родились в Киеве, за редким исключением, родились или выросли в городе, поскольку довоенный, дореволюционный период евреи, как правило, жили в районе черты оседлости. И поэтому так получилось, что мама с папой познакомились уже после войны, и они поженились. В 1947 году родился мой брат, старший Александр, который довольно известный в Украине художник-карикатурист. Аркадій був другою довгоочікуваною дитиною, який зростав у місні та люблячій родині. Времена були дуже тяжкі. Началась боротьба з безродними космополітами. По Києву було не дуже просто було ходити. І брат мій розказував про те, скільки ненависті було по відношенню до євреїв, тому що це була боротьба, і обвинили во всіх гріхах, як була політика Сталіна така. Врагов народу искали, і були случаи, что даже какие-то хулиганские были выходки со стороны населения. И брат, которому было 5-6 год был, он это хорошо запомнил. Но потом Сталин умер, и потихонечку, так сказать, вернулось все на свои круги. Были оправданы те, которые были арестованы под разными предлогами, и врачи-вредители, и космополиты. Были выпущены писатели, которые были арестованы, еврейские, в Украине. И как бы жизнь возвращалась, уже при Хрущеве началась оттепель, были совсем другие времена. А мама уже была довольно немолодой женщиной, да и папа тоже. Но ребенок был этот желанный, мама очень хотела, чтобы это, кстати, был еще один ребенок. Поэтому, как она говорила, рассказывала, что если со старшим братом, который был сорванец, у нее были проблемы, особенно с учебой и воспитанием его, то со мной она как бы отдыхала. Маленький Аркадій був домашньою дитиною і більшу частину часу проводив у колі матері. Він зростав у єврейському середовищі з єврейськими традиціями, де як губка всмоктував різні вислови, пісні, калорит і фонетику єврейської мови. Ви знаєте, особливість єврейських сімей того часу була те, що батьки, когда хотели скрыть какие-то секреты от своих детей, они, как правило, говорили на идиш. И поскольку я был домашним ребенком, в отличие от своего брата, который большую часть времени проводил на улице в кругу друзей и знакомых, то я как бы впитывал в себя весь этот колорит, фонетику этого языка, песни, поговорки, иногда даже какие-то проклятия, которые звучали на идиш. А, естественно, я потихонечку впитывал этот язык. А если я говорю, что в традиционной еврейской семье, я подразумеваю не религиозная семья. То есть я не могу сказать, что моя семья была ортодоксально религиозная. То есть мы соблюдали праздники. Понятно было, что суббота был день отдыха, но в условиях советской власти до 1968 года, как вы знаете, суббота не была выходным днем.
Евреям, конечно, было проблематично отмечать субботу, когда нужно было идти работать. Но в Киеве в ту пору была одна синагога, и меня иногда брали на какие-то праздники туда. Ну, опять же, значит, в доме была маца, отмечались основные праздники. Рожа Шана, Новый год, Пейсах, Пасха, какие-то другие праздники. И особенно любимый детьми был праздник Ханука. Ханука известна тем, что дети всегда в Хануку получают от родителей какие-то подарки. Как правило, это либо деньги, либо какие-то сладости. И, конечно же, каждый ребенок, который рождался в традиционной семье, он с нетерпением ждал эту Хануку. Как правило, это было в декабре, и получал, так сказать, какие-то денежки и от родителей, и от бабушки. Він добре розмовляв на ідиш. Для нього це була звичайна справа. Але коли опинявся на вулиці, не розумів, чому його питають про якусь мову. Конечно же, я не знал, на каком языке говорили мои родители. Я, выходя на улицу еще до школьный период, мог какие-то слова говорить на идиш. И вот я помню очень хорошо, поскольку наша парадная выходила во двор, где находился Дом ученых, там был такой швейцар, он был в такой ливрее, как такие, знаете, отставник какой-то такой. И, значит, он там летом стоял там, так сказать, дышал воздухом, и потом он спросил у мальчика, то есть у меня, а на каком языке ты говоришь? А поскольку я не знал, на каком языке я говорю, значит, мне что-то в голову пришло, что я говорю на французском языке. Я ему это сказал. Он сказал: нет, мальчик, это не французский язык. Я говорю: а какой? Он говорит: это еврейский язык. И я, конечно же, потом пришел домой и спросил родителей, а что такое еврейский язык. Это где-то произошло в возрасте 5-6 лет. До этого как бы, ну, никаких, то есть у нас это не обсуждалось, что вот есть евреи, не евреи. Это было как бы понятно, но приходило много гостей, они разговаривали, естественно, на еврейском языке. Тогда это было для Киева нормальным, поскольку можно было, например, я в детский садик ходил на Золотоворовском проезде, где сейчас ресторан «Пангритюэль», там был детский садик и в западной железной дороге, и там собирались старички и старушки, и довольно часто у старого вот помещения, где золотые ворота, там были такие скамеечки, рос шиповник, там розы были, кусты такие, сидели пожилые люди, и они между собой разговаривали на идиш. Як і всі діти того часу, маленький Аркадій мріяв стати космонавтом, злетіти далеко у космос і дізнатися про Землю. Ну, ви знаєте, це ж був період, коли советский человек вышел в космос, и все дети мечтали быть космонавтами, какими-то путешественниками. Ну, естественно, мечты были практически у всех одинаковые. Вот, ну, мы жили, так сказать, всеми, скажем так, горестями, радостями советской страны. До школи він пішов у 6 років. Навчався сумлінно і старанно. У старших класах відчув велику любов до історії. Вирішив вступити до університету на історичний факультет. Але рідні та друзі радили не ризикувати, тому подав документи до Інституту народного господарства і з першого разу вступив на економічний факультет. У мене було кілька бажань після школи поступити. Я хотів поступити на історичний факультет університету, або на журналістський факультет. Но старшие мои друзья, я всегда почему-то дружил с ребятами, которые были старше меня, сказали, что это невозможно, не объясняя почему. И после школы я поступал в Киевский институт народного хозяйства, тот, который сейчас называется Национальный экономический университет. И как ни странно, сразу же с первой попытки я поступил. Конечно, ну, смешно вспоминать. Можно много говорить об антисемитизме государственном и том, были ли инструкции по приему или не были. Но я вам хочу сказать, что на потоке, а поток это где-то 150 студентов, которые были приняты на первый курс, нас было 1,5 еврея. То есть я как бы был единственный еврей, еще была одна девушка из Симферополя, которая была наполовину еврейка, и потом она мне призналась, что у нее мама еврейка, а отец русский, бессмертный. И вот это все. Хотя были, конечно, преподаватели евреи. Меня никто не спрашивал, меня никто не садил на экзаменах. Я сдавал честно, хорошо сдавал, поскольку у меня были любимые предметы география, история. Я сдал на 5,
Причем географию мне преподаватель, который принимал экзамен, сказал, что он бы мне поставил 5 с плюсом, но такой оценки нет. Немножко у меня хромала математика, и сочинение написал тоже неплохо. В целом мне хватило этих баллов, я поступил в вуз. Він ніколи не цурався і не приховував свого походження. Коли постало питання заповнювати анкету в інституті, у графі «Національність» писав «Єврей». І я дуже добре пам'ятаю, коли староста класу, а у нас був староста, ну, обычно брали либо членів партії, либо тих, хто відслужив армію. Він записував в журналі мої дані, і він мене спросив «Національність», п'ятий граф, а я сказав «Єврей». Він мене спросив, що так і писати? Это очень запомнилось мне тогда. Студентські роки були найкращими для Аркадія Ілліча. Вони були наповнені різними цікавими подіями та зустрічами, активною молодіжною діяльністю. Общественная работа мне нравилась всегда. Я не был членом партии, но был активным комсомольцем. Еще начиная со школьной скамьи. А затем я был и сначала заместителем секретаря комсомольской организации института, а потом и секретарем комитета комсомола института. И какой-то период даже входил в структуру Радянского райкома комсомола, но как-то дальше меня уже не увлекала эта деятельность. Після закінчення вищого навчального закладу він багато років працює економістом у Київському інституті типового проєктування міськбуду України. Саме в ті часи розпочалась перестройка. Це дало змогу Аркадію Іллічу втілити свої мрії. Друкувати статті у газетах, журналах, а вільний час проводити екскурсії по рідному місту Києву. Аркадий очень хорошо знает Киев, он может просто о каждом доме, о каждой дороге. Это действительно вот киевлянин, который обожает свой город, который может с такой любовью рассказывать о каждой детали этого города. Недавно вот приезжали, был женский семинар, приезжали женщины из разных городов Украины, вот, и мы просто вышли там, на одну из улиц Киева. Я говорю, сейчас вам расскажут все. Я включила мобильный телефон на громкую связь. Он просто по телефону провел экскурсию. Он рассказал о каждом доме. То есть они были в восторге. Начиналась перестройка. Были уже другие времена. Я стал печататься в прессе. В «Вечернем Киеве», в газете «Советская культура», в «Комсомольском знамени». Я делал интервью, писал информационные материалы. Был очень активен. А что касается желания, увлекаюсь я историей, я закончил, сначала я работал во время Олимпиады 80-го года в Киеве, обслуживал группы туристов, которые приезжали в Киев туристов, а потом закончил курс экскурсовода в 83-м году, и с 83-го по 92-й год я работал в Киевском бюро путешествий и экскурсий, в свободное от работы время водил экскурсии, довольно много тем у меня было, и желание как можно больше знать историю страны и историю города, где я вырос, меня, так сказать, я, ну, скажем так, свои желания школьного периода, когда я хотел быть либо журналистом, либо историком, я с годами, так сказать, все это попробовал. В ті роки Аркадій Ілліч не переставав цікавитись історією свого народу. Увесь свій вільний час він відвідує бібліотеки, цікавиться подіями Голокосту, Бабиного Яру, Голодомору 1932-33 років. Я в ті роки дуже багато посещав бібліотеку, і я в бібліотеках я дуже цікавився історією євреїв, єврейського народу, праздниками. Естественно, книжек практически достать на эту тему нельзя было. Я ограничивался большой советской энциклопедией и читал литературу, которая, скажем так, издавалась политиздатом Украины и была анти. Либо анти там, иудаизма, антисионизма. Это были издания, которые, по крайней мере, критиковали то, что мне было интересно. 1988 рік – початок національного відродження єврейської культури. Він знайомиться з активістами єврейського руху, а згодом його запрошують на установчі збори по створенню Київського товариства єврейської культури. Там помітили молодого та енергійного чоловіка, запропонували очолити молодіжну секцію. Так і розпочалась його робота в товаристві. Праця у Київському інституті типового проєктування була не такою цікавою. Більше задоволення давала роботу з молоддю. Він, не вагаючись, переходить працювати заступником товариства єврейської культури, а потім до Єврейської ради України. Ці роки, як вважає Аркадій Ілліч, були роками відродження єврейської культури. Ну, звісно ж, ніяких приміщень, зданий, організацій тоді не було.
Все это было на добровольных началах, все это было на голом энтузиазме, но времена были очень стремительно развивающиеся. Стали появляться школы воскресные, открылась еврейская библиотека, появились театральные коллективы, музыкальные ансамбли. Впервые в школе, которой преподавал Левитас, открылись курсы по изучению языка идыш и иврита. И это было все довольно интересно. Робота в товаристві приносила не тільки задоволення, а й успіхи. Почали відкриватися школи, бібліотеки, з'явилися художні та театральні колективи, відкрились перші курси по вивченню мови ідиш, почали виходити газети і журнали. Але він не раз чув від батька, що така праця погубить його. Цікаво, що коли я уходив уже з свого інституту, увольнявся, і вже стояв вопрос о том, що должен перейти і работати. По уже другой специальности, в другой структуре, то мой отец покойный, он настолько скептически к этому относился, что он мне говорил, что тебя посадят, рано или поздно тебя посадят. Почему? Потому что это поколение было настолько запугано и пережило столько много всего. Он мне говорил, да, вот был период оттепели, но потом все закручили гайки, и потом опять стали всех арестовывать. Поэтому я тебе не советую заниматься этим, потому что рано или поздно за это тебя посадят. Вот. Но, тем не менее, я был одержим, скажем так, этой идеей, мне это нравилось, меня увлекало это работой, и это все меня захватывало, скажем так. Аркадій Ілліч більш впевнено відчуває себе на цій посаді. Звичайно, він міг би і далі працювати головним економістом в будівельній установі, а можливо бути успішним бізнесменом. Проте сьогодні він міг проводити самостійно великі заходи, відкривати різноманітні виставки, проводити семінари, міжнародні театральні фестивалі. Все те, чого прагнув усе своє життя. Аркадій, не дивлячись на те, що в Україні і в Радянському Союзі не навчали на імпресаріо, проявив себе як справжній творчий театральний менеджер. На той час, не маючи грошей, не маючи жодної підтримки, тільки на своїх стосунках, тільки на тому, що він був людиною надзвичайно, був і залишається людиною надзвичайно освіченою, культурною, він саме і знаходив ті двері, які нам допомагали, де нас приймали і де вони були раді, коли для багатьох людей в Європі це було відкриття, що в Україні, в Києві грають єврейською мовою ідиш, і грають молоді люди, грають професійні актори, багато хто сьогодні є відомими, знаними митцями. Так що з тих пір наша дружба почалася. Я радий тому, що Аркадій почав з наших якби, творчих доробків, з наших проб, пішов далі, створив великий театральний фестиваль. Вопрос, звісно, можна було пойти по другому пути, тому що багато друзі мої йшли в бізнес і стали доволі преуспівающими бізнесменами. Но я выбрал для себя общественную стезю. Я понял, что работать с людьми – это тоже призвание, скажем так. У него всегда множество идей. Всегда. Он действительно очень творческий, талантливый человек, который с годами только увеличивает свой профессионализм, ни в коем случае его не теряет, знаете, не теряет этой энергии, которой он был полон еще молодым. Мы знаем его с мужем еще с молодости. Но по сегодняшний день он не теряет энергии, и это заряжает. У 1997 році разом з депутатом України створили Єврейський фонд України, а згодом у 2000 році Київський громадський центр, куди можуть приходити місцеві жителі різних національностей. Аркадій Ілліч активно бере участь у різних напрямках громадської діяльності. Так, у 2013 році завдяки його зусиллям і Равшана Тагієва була створена Асамблея національностей України. Тепер він переймається не тільки єврейськими питаннями, а й інших народів. З Аркадієм Монастирським ми знайомі з самого моменту основання асамблеї, тобто він стояв у істоків цієї організації. И с первых дней работы он сразу зарекомендовал себя как опытный руководитель, человек, который знает и которого знают многие главы нацменьшин, многие люди в органах власти, а также как талантливый организатор, который может не какими-то административными рычагами, а именно на своем опыте и авторитете организовывать очень достойные мероприятия высокого уровня. Аркадій Ілліч очень
настолько я знаю, настолько мы дружим, общаемся, очень честно, искренне, порядочный человек. Это я говорю на самом деле так. Сегодня работать, заниматься общественной деятельностью, это, я считаю, что все эти люди должны быть у нас в Украине названными героями Украины. Потому что есть определенные сложности, но Аркадий Ильич всегда находит с этих сложностей, теми проектами, которыми он занимается, он реально доводит до конца. С этим человеком можно разговаривать на любую тему. Этот человек может поддержать любой разговор. Он знает все новости политического мира. Он знает все новости внутри страны. И ни одно мероприятие при обсуждении с ним не остается без внимания. Аркадій Ілліч пишається тим, що його дім – Україна. Він готовий робити все, аби Україна була заможною, європейською і незалежною державою. Готовий завжди прийти на допомогу. Кожен раз, коли я буваю в Ізраїлі, обов'язково прихожу к стіні плача і оставляю там записку, де я прошу Бога, щоб зберегти мир і согласие в цій країні. Дати мир і согласие Україні, країні, в якій я родився і вирос, де я делал все, чтобы эта страна была процветающей, мирной. Украина моя родина, не историческая родина, где я родился. И хочу пожелать ей, чтобы люди, которые здесь живут, жили и процветали в мире и согласии. Пусть Украина будет страной будущего европейского жителя, тех стандартов, к которым мы сейчас все стремимся, для того, чтобы эта земля была наполнена молоком и медом, как и Эрец Исраэль, о котором было сказано много-много веков. Недаром же Киев в древности называли Восточным Иерусалимом.